Пятихчику 35. Спасибо, Рав. Он пишет, что левая сторона — это вознаграждение и наказание. А вознаграждение могу понять, но почему наказание? Почему? Я понимаю, что вознаграждение — это за счет левой стороны я могу привлечь правую и с помощью правой продвигаться. Почему ты думаешь, что наказание не исправляет тебя как следует? Я не чувствую, что это наказание, а то, что это вознаграждение, это моя истинная работа. Ну, ты чувствуешь существование вознаграждения и наказания? Чувствуешь, что есть такое и вознаграждение, и наказание? Я чувствую, что это вознаграждение, а не наказание. Ладно. Это все зависит от того, как ты устанавливаешь, формируешь себя. И подумай, что может быть наказанием для тебя. Допустим, что нет у тебя любви к Творцу, нет достаточной любви к товарищам. Ты не чувствуешь, что ты соединен со всеми. Ты не чувствуешь, что ты можешь отказаться от себя больше. Это что Творец не объясняет тебе, не дает тебе ни сил, ни способностей, желаний, склонностей. Это называется наказание. Или нет? Попытайся.